Так, ну сегодня у нас шестой семинар, если я правильно считать умею. Вот сегодня разберем линеризацию, как мы обещали. И сегодня посмотрим еще на множественное тестирование. Семинар сегодня довольно насыщенный. У меня никогда столько много слайдов не выходило на семинар. И я правильно понимаю, что на лекции вы еще не разбирали множественное тестирование. Никто не ходит на лекции, да, видимо? Нет, ходим. Ну, по-моему, так что подробно с видами поправок мы это не смотрели. Угу, понял, тогда мне сегодня вам придется вводить это с нуля, видимо. Сразу тогда скажу, что у меня все-таки рассчитан материал на семинар. Вот, я не знал, что я буду первым это рассказывать. Вот. Но, видимо, там у Нурсеса все съехало, потому что одна лекция не записалась случайно, и он, видимо, ее повторял, и из-за этого не успел рассказать множественное тестирование. Вот. Но в любом случае я его расскажу, но мы не будем глубоко проходить всякую теорию в множественном тестировании, то есть выводить формулу мы не будем. Вот. Но как это работает на практике, обязательно посмотрим. А сейчас начинаем с небольшого повторения, вот, чтобы дойти до линеризации. В общем, в прошлом семинаре мы говорили про ratio метрики, что это такое. Это такие метрики, где стоят случайные величины и в числителе, и в знаменателе. И, как мы убедились, для них просто напрямую использовать какой-нибудь Т-тест или другие тесты, которые используют по юзерной метрике, нельзя. Приходится Придумывать разные способы, как корректно оценивать ratio метрики в разных тестах. Ну и мы с вами разобрались два метода в прошлый раз это Bootstrap и Delta-метод. Есть еще третья линеризация это метод, который придумал Яндекс в 2018 году. Вот, мы сегодня его посмотрим на практике. На лекции вы уже, собственно, убедились, что, что там линеризация теоретически работает. И может правильно оценивать корректность в ratio метрике. Давайте немного повторим, как мы с помощью Bootstrap а проверяем гипотезу с метрикой отношения. Собственно, здесь классический Bootstrap используем, но единственное, что мы делаем, мы сэмплируем в под выборку по пользователям, а не по объектам. Все остальное также. Собственно, считаем наши метрики в обеих группах, считаем разницу между этими метриками, получаем распределение разницы отношения контроля и теста. Ну и дальше строим на это доверительный интервал и смотрим, попадает ли нолик в этот интервал. Если да, то нулевая гипотеза не отвергается. Если нолик не лежит, то мы отвергаем нулевую гипотезу. Как вы помните, мы еще разбирали другие методы в Bootstrap. Не обязательно использовать только этот. Можно там считать Bootstrap там, средний, вычитать. Ну, в общем, что-то похожее на... Т-тест только используя Bootstrap. Вот, в целом можно и другие методы здесь тоже применять, они тоже подойдут. Но вот этот он какой-то самый универсальный, тут не надо вообще почти никакие статистики считать, и довольно просто реализуем. А, потом мы с вами про, поговорили про дельта метод, и мы с вами поговорили, что Т-тест не работает из-за зависимых данных, и причина тут именно в некорректной оценке дисперсии, мы с вами посмотрели, как выглядит дисперсия в метрике отношения. И вот тут формула приведена, вы ее даже на формуле даже на лекции выводили. И мы с вами посмотрели на семинаре, что если вот просто эту формулу дисперсии напрямую под добавить, то ТТС начинает работать корректно и правильно оценивает, вероятность ошибки первого рода на тесте и на а Б-тесте тоже правильно оценивает ошибку второго рода. Теперь поговорим про третий метод – линеризация. Он у вас уже был на лекции. Вот что это такое? В общем-то, линеризация – это такой метод, при котором мы вводим так называемую L-метрику. Она по-юзерная, и выглядят они таким образом, что мы берем наши... Допустим, у нас пускай будет метрика CTR, это клики делить на просмотры, и это ratio метрика. Тогда как будет выглядеть наша L метрика? Мы возьмем числитель, нашу случайную величину из числителя это клики, и возьмем знаменатель, это наша случайная величина там, просмотры, вот. Ну и, собственно, мы будем брать разницу между кликами по пользователю и просмотрами по пользователю и домножать просмотры на ratio по контролю Можно сказать, что вот мы хотим понять отклонение нашей метрики в эксперименте относительно ratio в контроле потому что мы именно вот коэффициент k считаем как ratio в контроле но, грубо говоря, это там, можно сказать, что мы просто смотрим, что изменилось в эксперименте относительно ситуации в контроле. В общем-то, если вот такую метрику ввести и посчитать вот эту метрику, называемая L-метрика, то мы получим, что наш пивалью L-метрики направлен будет с пивалю для бутстрапа и дельта-метода, Сегодня мы на семинаре посмотрим это и вам на лекции точно доказывалось, что поюзерная направленность у L-метрики, она сонаправлена там с Bootstrap и с Delta методом, но что самое главное в линеризации, вы можете спросить, ну вообще зачем Яндекс придумал этот метод, вот у нас уже есть как бы Delta метод, у нас уже есть Bootstrap, зачем нам еще что-то вообще нужно? Как бы уже есть методы, которые правильно оценивают дисперсию в ratio метриках. Вот. И, в общем-то, зачем Яндекс это делали? Основная причина здесь в том, что когда вы, например, переходите к дельта методу, то вы корректируете дисперсию, но у вас все равно не получается по юзерной метрике. То есть вы просто скорректировали дисперсию, и, ну, грубо говоря, у вас тест теперь правильный выдает э, результаты. Но там в статистике очень удобно и принято работать именно с поюзерными метриками, потому что для них э, большинство тестов именно придумано для независимых данных и и для, грубо говоря, по-юзерных данных. И дальше мы будем с вами проходить. Наверное, через один семинар, что когда у вас есть э, там независимые данные, и при этом они по юзерные, то можно применять на эти данные методы понижения дисперсии, и это повышает чувствительность теста. Ну и, собственно, из-за этого там мож можно быстрее э, прокрашивать тесты, быстрее увидеть результат вашего тестирования и именно ли линеризация, так как L-метрика превращает вашу ratio метрику в поюзерную метрику, а, позволяет использовать а, вот эти методы понижения дисперсии. Мы их пройдем в дальнейшем, но это вот один из самых главных плюсов а, линеризации. А, в общем-то, на этом все с линеризацией в теории. Мы сегодня посмотрим больше ее на практике, но на лекции вы ее подробно разбирали. Если есть какие-то вопросы, можете задавать, а дальше мы перейдем к большой новой теме, к множественной проверке гипотез. Так, ну вопросов а, нет. Ну, just... а, Микровопрос микро можно наслать с бутстрапом? Uh, Там было ТЛДР по бутстрапу. Вот, да. Просто уточнить сэмплирование по объектам и по наблюдениям. Ну, типа по объектам это мы взяли средние чеки по юзерам, да, а по наблюдениям это типа мы взяли покупки просто пользователей, да? Да, то есть, просто если смотреть то, пример, пойму. например, например, средний чек, то вы здесь сэмплируете по пользователю, если правильно mm -hmm. делать. То есть вы берете пользователя и вот сэмплируете среди пользователей, и дальше берете все покупки пользователя. То есть у вас в одной группе, как бы будет пользователь именно. А по наблюдениям, это вот вы взяли бы вообще все чеки и просто бы из них сэмплировали, у вас получилось бы, что там в разных группах могут быть чеки от одного пользователя. Угу. Все понятно, спасибо. Так, ну, линизацию мы, в общем-то, довольно кратко прошли, потому что я видел то, что, собственно, на лекции вы доказывали, что она там сонаправлена, дает правильные результаты, ну и всякое такое. А сегодня мы больше посмотрим на применение ее в коде. Так, давайте тогда придем к новой теме. Это множественная проверка гипотез. И давайте разбирать ее на примере. Давайте представим, что мы онлайн-магазин, который продает мыло. По-моему, часто такой пример приводят на лекции. Вот. И мы, допустим, делаем промо-пуши для приложения по доставке мыла, и мы хотим провести тест. Хотим понять, какой у нас промо -акция, какая промо-акция будет лучше. Пускай одна промо-акция у нас будет, что мы даем пуш на скидку 30% на мыло, а вторая, про то, что если вы покупаете два мыла, то третья будет бесплатная. вот вопрос: какая из этих акций на третий месяц принесет больше денег? Вот мы хотим провести такой тест. и У нас есть три группы. Первая контроль, вторая, где мыло со скидкой 30% мы отправляем уши третья, где третье мыло в подарок. В чем здесь проблема? Как вы думаете? когда мы будем проводить тестирование вот между такими тремя группами. Ну, просто интуитивно. В общем-то, случае на самом деле проблем нет, вот, но с точки зрения статистики, может кто-то догадается вообще, в чем может быть проблема таких подходов, если мы будем использовать стандартные тесты и, и ничего, в общем-то, не предполагать, просто посравниваем три группы. Так, кто-то в чате написал. Множественное тестирование. Ну, множественное тестирование – это все-таки не проблема. Я, я понимаю что у нас сегодня тема множественного тестирования поэтому в любом вопросе можно говорить множественное тестирование Так ну ладно сейчас в общем-то разберемся в чем здесь может быть проблема я пока говорить не буду потому что это будет дальше на слайдах Вот и следующий слайд нам отвечает на эту проблему. Проблема здесь в том, что когда вы будете проводить множественное тестирование, вы будете сравнивать каждую группу с каждой. То есть вы будете проводить множе... не просто одно сравнение, а вам придется провести сравнение сначала контрольной группы с первой тестовой, потом контрольной группы со второй тестовой. Ну и потом еще вам придется две тестовые группы сравнить. И когда вы делаете так такое множество... Попарных а, сравнений, то получается, что ваш false positive rate, то есть ошибка первого рода, а у вас она раз... растется размерно вот такой формуле: единица минус единица минус ошибка первого рода, то, то есть ваша альфа заданная ну, в степени n. Где количество гипотез. Сейчас давайте посмотрим, почему же так происходит. А, ну, в общем-то, я уже сказал что если вас вы одновременно сравниваете э, три группы между собой, э, то получается так, что у вас можно сделать неверное заключение в отношении хотя бы одной из гипотез, потому что они будут превышать э, изначально принятый уровень значимости. И сейчас э, мы посмотрим, почему так происходит. В общем-то, это называется Family Vice Error Rate. И введем небольшое определение. Вот. Family Vice Error Rate, он задается как вероятность того, что хотя бы один из тестов у вас покажет false positive rate, то есть ошибку первого рода больше нуля, он вот задается этой формулой. И если мы просто подставим эту формулу в наш случай, то получится, что у нас будет три попарных сравнения, и вот пускай у нас будет уровень значимости 95%, то есть наша ошибка первого рода будет 5%, и мы все посчитаем, то получится, что наша ошибка первого рода или вот это family vice error rate, он будет 0,142 вместо принятых наших 5%. Вот, Давайте немножко разберемся, вообще откуда эта формула пошла. Вот чтобы вам было более понятно, вот почему вообще такая формула появилась, и что это за вероятность. Вот давайте посмо посмотрим на случай, допустим, вы хотите провести 50 тестов, и вы берете уровень значимости 95 процентов. То есть вы говорите о том, что в 95 процентах случаев мне окей что тест даст верный результат, ну, в 5% случаев я ошибаюсь. Вот представьте, что мы хотим посмотреть, что вот проводим 50 тестов, и какая вероятность того, что тест не ошибется. Ну, это 0,95 в 50 степени. То есть это вероятность того, что ни один тест не ошибется, и она равна 0,77. Или давайте посмотрим на вероятность такую, что тест ошибется хотя бы один раз, хотя бы из один тестов из этих 50 он ошибется. Что это будет? Ну, это будет единица минус, вот, собственно, 0,95 сотых 95% 50 степени, то есть это 92 процента. Это очень большое число, то есть, представляете, если мы проводим 50 тестов, то вероятно и берем наш уровень значимости 5%, а, ну, собственно, это довольно стандартный уровень для ошибки первого рода, то вероятность того, что мы ошибемся хотя бы один раз, она 92%. Что-то странное происходит. А, это слишком большая вероятность. Вот, сразу наталкивает на мысль, что не надо проводить 50 тестов одновременно. Вот. А, вот, давайте посмотрим дальше, что будет, если мы будем проводить 10 тестов и брать ошибку Уровень значимости в 5% а, у нас получается. Вот а, в первом случае, если мы смотрим, а, нет, получается ошибку первого рода в 5% мы берем. Да, а, уровень значимости 95%. По-моему, я тут правильно написал: Да, уровень значимости 95%. Вот, проверил, что я ничего не попутал. При 95% уровень значимости в 10 тестах мы получаем, что вероятность ошибиться хотя бы один раз у нас получается 0,4. То есть в 40% случаев мы можем совершить ошибку первого рода. При 99% нам, ну, понятно, почти 0,1%. Ну и дальше-дальше, если мы больше уровень значимости ставим, то там понижается, естественно, наша ошибка первого рода. Но как бы, мы обычно стандартно берем 5%, и вот в таком случае, если мы проводим много гипотез, то получается, что наш уровень ошибка первого рода, которую мы хотели бы держать на уровне 5%, потому что ну, мы изначально вот в дизайне теста всегда задаем, какую бы мы хотели ошибку первого рода совершить. И при АБ-тестировании с двумя группами она сохраняется. Но как мы видим, если мы проводим множественное тестирование, то наша ошибка первого рода, она становится совсем не такая, какая была изначально. То есть в случае там трех групп она стала 0,142 тысячных, а в случае 10 групп наша ошибка первого рода уже составляет 40%. Ну и вот на графике видно зависимость ошибки первого рода при числе гипо... при числе гипотез, ну и видно, что там при каких-то там уже совсем здоровых числах, вроде там 60 э, попарных сравнений, там если мы 60 гипотез одновременно проверяем, то у нас ошибка первого рода уже 90%, что вообще абсолютно как бы неадекватно. Вопрос, что нам надо делать, чтобы сохранять ошибку первого рода на заданном нам уровне? То есть, когда мы проводим тест, все-таки не просто так мы сдаем эту ошибку. И мы хотим ошибаться. Когда мы говорим, что мы хотим ошибаться в 5%, мы хотим, чтобы эти 5% как бы оставались, они а росли там до 40%. Вот, давайте еще один пример рассмотрим. Пускай вы провели эксперимент, и у вас получилось несколько пивалью какая вероятность ошибиться хотя бы в одной из метрик. Ну, если мы вот проверяем одну из метрик, это первая колоночка, и мы получили на целых 21 тысяч, ну, то понятно, что там при ошибке первого рода в 5% мы просто отклоняем гипотезу. Смотрим на второй случай. Пускай мы проверяем одну из нескольких метрик, то есть мы совершили независимые тесты, получили какие-то... Ну, вот тут тесты именно независимые, то есть там у нас было две группы А и Б, вот Тут тест на conversion rate. На... И вот мы получили три conversion rate. А каждый сравнили со своей контрольной группы. И мы видим, что здесь отклонились все нулевые гипотезы. То есть тут были просто б тесты разные три штуки. А давайте теперь посмотрим, что будет, вот если мы одновременно будем проверять три теста. В таком случае нам приходится вот, воспользоваться формулой на ошибку первого рода, где мы говорим, что вот вероятность совершить хотя бы одну ошибку первого рода из всех тестов, это вот такая формула, единица минус единица минус э, наш, наша ошибка первого рода в степени, где стоит э, количество наших гипотез, и вот видно, что в таком случае мы отклоним только вторую нашу гипотезу, а все остальные примем. Вот. То есть мы получили совсем другие результаты, нежели в других случаях. Потому что мы, в общем-то, проводили такой эксперимент, что несколько метрик тестировали одновременно. Ну и давайте посмотрим на какие-то самые простые методы, как же нам во множественных тестированиях все же сохранять нашу ошибку первого рода на заданном нам уровне, потому что мы ошибаться больше чем задан наш уровень не хотим вот и самая такая простая поправка которую наверное все знают это поправка к Вот, но одновременно с тем что она самая попра... самая простая она и самая грубо говоря здесь написано жесткая вот дальше мы посмотрим что значит жесткая вот если мы знаем число тестов и обозначим его как n то можно скорректированный наш уровень значимости вы посчитать таким образом, что вот а со звезд... альфа со звездочкой ⁇ это наш скорректированный уровень значимости. Мы можем просто взять нашу ошибку первого рода и поделить на uh, количество наших uh, гипотез. Ну, например, вот если у нас есть 10, тест... 10 тестов, 10 гипотез, uh, 10 разных групп, и мы хотим... Uh, скорректировать нашу ошибку первого рода и сохранять ее на уровне 5%, то нам каждый тест надо вот проводить на уровне 0,05 делить на 10, это 5 тысячных. Вот. Но какие минусы в этом? То есть сразу понятно, что если мы корректируем нашу ошибку первого рода и проверяем ее не на уровне 5%, а на уровне там, 5%, 0,5%, то у нас резко возрастает вероятность не найти различий там, где они есть. То есть это говорит о том, что у нас падает мощность теста. Это вот наша поправка в Банфероне, она именно относится к классу методов Family Vicer то есть VR, если его сокращать. И там есть еще много разных методов. Например, метод холма есть, Uh, о них можно о нем можно посчитать самостоятельно там есть еще и другие методы я думаю вы их разберете на лекции но вообще вот вся суть всех этих методов она в том чтобы как-то скорректировать uh, нашу альфу uh, чтобы наш uh, уровень значимости остался вот на том который мы задавали и и тогда есть как бы вопрос вот а в чем тогда может быть проблема с этими методами, если мы получаем как бы правильную ошибку первого рода. Ну, как я уже сказал, что во всех этих методах, которые контролируют вот эту ошибку первого рода и корректируют ее, в них во всех сильно падает мощность. То есть мы сильно тут перестраховываемся относительно. Ошибки первого рода, и при этом мы начинаем э, допускать больше ошибок второго рода. Наш тест становится менее мощным. И вот э, сегодня мы на семинаре тоже посмотрим на такой график. На графике у нас показано, э, как у нас меняется ошибка э, второго рода именно для трех случаев. Если мы возьмем вот синим, у нас показано, э, если мы никакую корректировку не сделаем, то есть... Э, не будем никак контролировать нашу ошибку первого рода. А в оранжевом показан поправка Бонферони и в зеленом там, метод холма. И если ну, просто посмотреть на график, то видно, что самая большая ошибка второго рода у нас у метода Банферонии. Дальше там у нас ошибка второго рода чуть-чуть падает у метода холма. И, ну, понятно, и дальше самые, получается, низкая ошибка второго рода, если мы не сделаем никакую корректировку. То есть из этого можно сделать какой вывод? Вывод здесь такой, что все вот эти методы, которые корректируют ваш вашу ошибку первого рода, они понижают мощность теста. Мы в таком случае получается находим меньше истинных эффектов при условии, что они действительно были. Как с этим, в общем-то, бороться? Придумали тогда? В таком случае, чтобы как-то меньше понижать мощность, придумали совсем другую метрику. Она называется False Discovery Rate. Это метрика, где в числителе стоит false positive, то есть там, грубо говоря, наша ошибка первого рода, и в знаменателе стоит наша ошибка первого рода false positive плюс true positive. Что такое true positive? True positive это когда у нас действительно есть разница между группами и мы ее увидели, то есть на самом деле true positive это мощность теста нашего. Ну и вот придумали такой рейд, false discovery rate он называется и для него придумали, ну там есть множество поправок, наверное одна из основных это вот поправка Бенджамина Бокберга, мы сегодня посмотрим на семинаре, вот и давайте немножко посмотрим на пример Uh, как этот false Discovery rate работает, uh, мы уже смотрели вот на эту схемку, пускай у нас есть 1000 АБ-тестов, и в, 70, в 700 нету эффекта. Uh, и, допустим, наша альфа на уровне 5%. Uh, то есть uh, мы хотим совершать ошибку первого рода не чаще, чем в 5%. Ну, и, допустим, мы обнаружили, что именно в 5%. Наш тест там корректно работает. В 5% мы совершаем ошибку первого рода. То есть на самом деле мы говорим, что в 35 тестах из 700 мы находим значимые различия при условии, что на самом деле различий-то не было. Это как раз false positive, и это ошибка первого рода. Теперь посмотрим на другую ветку. Допустим, вот из этих 1000 АБ-тестов у нас в 30% есть действительно эффект, то есть в 300 тестах есть эффект, и мощность у нас 35%. То есть это значит, что в 105 тестах мы действительно обнаружили эффект при условии, что он был. То есть это наш как раз true positive. И как мы посчитаем в этом случае FDR? FDR это будет 35-140, то есть это false positive, это вот количество тестов с ошибкой первого рода делить на сумму количества тестов с ошибкой первого рода плюс э, наша true positive, плюс э, те случаи где мы действительно обнаружили эффект там где он был ну и в этом случае у нас получается 35 140 -х, то есть наш вот это false discovery rate он 25 процентов что это значит и вот этот вообще рейд это значит, что в этом пол Discovery Rate мы как бы учитываем э, нашу ошибку первого рода, то есть понятно, что мы хотим вот минимизировать вот это число, мы хотим, чтобы оно стало поменьше. Что это значит? Это значит, что мы хотим минимизировать числитель, ведь чтобы наша дробь стала меньше, мы хотим минимизировать числитель, а это именно наша ошибка первого рода. Но при этом как бы мы еще хотим максимизировать знаменатель а в знаменателе у нас как раз стоит true positive, то есть мощность нашего теста. И получается так, что мы в, этой, в этом рейте, вот в false discovery rate, мы учитываем и одновременно ошибку первого рода, и одновременно мы учитываем мощность. И за счет этого понятно, что мы более мягко контролируем ошибку первого рода, потому что ну, в в предыдущих методах мы ее жестко, грубо говоря, контролировали и задавали на нужном нам уровне значимости. А здесь она есть и в числителе и в знаменателе. Но преимущество этого метода, то есть FDR-метрики, оно именно в том, что мы тут еще смотрим на мощность нашего теста и стараемся здесь еще максимизировать мощность теста. Вот. Ну и, в общем-то, можем посмотреть на графике, как все это выглядит. Если мы нарисуем наши вот ошибки, здесь ошибка первого рода смотрится в 5%, и смотрится несколько методов, то есть метод холма и метод банферони, это два метода, которые контролируют ошибку первого рода, которую мы разбирали. И вот красным показан наш метод Бенджамина Хогберга. А, и мы смотрим, вот что на нашем, допустим, FDR. Мы взяли, что мы хотим FDR ниже 5%, и запустили несколько методов, и мы смотрим, ну, мы видим, что на самом деле все наши поправки, они не превышают наш уровень заданный FDR, но, как вот видно из графика, то, что метод и этот Banferoni, они, конечно же, более жестко контролируют вот этот FDR, но это понятно почему, потому что я уже говорил несколько раз, что в этих методах мы напрямую как бы контролируем нашу ошибку первого рода, но при этом в них пониже будет мощность. А в нашем FDR, ну, видно, что там, понятно, он повыше, чем в тех консервативных методах, но он все-таки не превышает наш заданный уровень и при этом является более мощным методом. Сегодня мы на семинаре это посмотрим этот пример. Вот. Ну и, в общем-то, встает тогда такой логичный вопрос, а что же мне использовать? Вот есть какие-то два метода, они немного по-разному работают. Какие тогда поправки мне использовать? Ну, как мы говорили, что в методах FDR там повыше мощность, но похуже зато контроль за ошибкой первого рода. А в методах... FWR это методы, которые жестко контролируют ошибку первого рода, там у них более строгий контроль за вероятностью ошибку первого рода, но пониже мощность. Ну и на самом деле, так, если говорить про реальную практику, то FDR, то есть методы, где у нас повыше мощность, но при этом не такая жесткая ошибка, контроль за ошибку первого рода, они являются более полезны, их более часто используют, потому что все-таки в продуктовых реалиях не хочется выкатывать нерабочие изменения, то есть не хочется получать методы с низкой мощностью, а хочется быть, ну, выкатывать там в продакшн действительно э, такие там улучшения, которые действительно есть. То есть хочется иметь максимально мощный тест, который задетектирует у вас, что значимая разница есть между группами при условии, что она действительно есть. Но как бы если там, у вас очень какой-то важный функционал, который влияет там, на ключевые метрики, и там у вас, ну, в общем-то, разрабатывается какая-то вообще киллер фича, которая может вообще все изменить, и, и вы боитесь тут ошибиться, то там в таком случае надежнее использовать вот, методы, которые жестко контролируют ошибку первого рода, то есть ВЭР. Это там поправка Бонферони, например, самый простой, есть более сложные, вот, и они более консервативные, и в таком случае можно их использовать. А, но вообще в конце хотелось бы сказать самый главный совет по множественному тестированию. И совет будет заключаться в том, что если можно когда-то не проводить множественный тест, а можно проводить просто АБ-тест, то лучше проводить АБ-тест, потому что в множественном тестировании довольно сложная интерпретация и реализация. Вот мы с вами сейчас посмотрели на какие-то поправки. Нужно переделывать либо наш уровень значимости, либо вообще переходить к другой метрике, потом ее как-то интерпретировать. Вот этот FDR, ну, это более сложно объяснять, более сложно задать этот уровень, потому что FDR можно, FDR, он может быть там не равен ошибке первого рода, вы можете его там больше ставить, и вам надо в компании там договариваться, на каком уровне, в общем-то, ставить его. Вот. Ну и, понятно, вторая ошибка – это растущий false positive rate. Ну, на этом мы сейчас посмотрели, как его все-таки, этот false positive rate можно, можно сделать, чтобы его корректировать на нужном уровне, но мы за это как бы получаем трейдов, и трейдов в том, что мы, как только мы этот false positive rate там какими-то поправками ограничиваем, мы сразу получаем, что наша мощность теста уменьшается. В общем, на это по слайдам у меня все. Может, у вас появились какие-то вопросы по слайдам, потому что дальше мы перейдем к коду и будем смотреть все это на практике. Так, вопросов нет. Так я правильно понимаю? Я могу отключать слайды тогда, если вопросов нет. Так, сейчас тогда перейдем к коду непосредственно. Сегодня нам придется разобрать достаточно много. У нас линеризация, у нас множественное тестирование. Вот. Ну и давайте начнем с линеризации, о которой мы быстро поговорили сегодня в начале, в начале семинара. Вот. И так, все хорошо. Все загрузилось. Давайте рассматривать ее на примере. Пускай у нас будет. Uh, пускай у нас будет такая задачка, мы хотим посчитать uh, разницу в двух группах в средних сессиях. Uh, в общем, в, в, точнее, не в средних сессиях, а в средней длине сессии. Вот. И у нас будет uh, две группы. Uh, в каждой группе будут свои пользователи, и у них будет случайное количество сессий mm -hmm. от 3 до 9. Вот. Uh, давайте сгенерируем эти сессии. Вот, и мы видим там, что у каждого пользователя есть какое-то множество сессий, и эти сессии, там у них разная длина, ну и как можно там догадаться, если мы сейчас будем просто рассматривать э, среднюю длину сессии в двух группах, то вот длина сессии для одного пользователя, э, если мы вот сейчас просто возьмем эти длинные сессии, и раскроем как бы эти массивы и начнем две группы сравнивать, то понятно, что данные зависимы, потому что ну, длина сессии она зависит от пользователей, от пользователя и сейчас мы как бы столкнемся, как обычно, как мы рассматривали на прошлых семинарах, в том, что тест неправильно сработает, потому что у нас если мы просто сейчас возьмем все эти числа из массивов и сконконтинируем их в не учтя пользователей, то данные будут зависимы, потому что длина сессии зависит от пользователя конкретного. Ну, давайте, как обычно, запустим а тест наш. Вот. Ну и вообще сначала давайте посмотрим, как работает наша функция. Здесь просто запустим а тест на... на нормальном распределении. Не добавлять будем никакого шума. Два одинаковых распределения посмотрим наш пивалью плотность и график и распределение. Ну и функцию распределения. Ну, видно там, что в нормальном распределении э, у нас, как обычно, пивалью равномерно распределен. Это видно по функции плотности, что она равномерно распределена. Ну и по функции распределения видно, что она там от нуля до единички. В общем-то, как мы уже много раз рассматривали, все хорошо с нормальным распределением, с одинаковыми параметрами. Наш p-value равномерный и группы неразличимы. Теперь давайте сделаем что? Давайте запустим наш тест студента по сессии. Как я говорил, будем брать просто вот эти числа из сессий, будем конкатинировать эти числа, несмотря на пользователей, ну и дальше проведем наш А-тест для такой группы и посмотрим. Что получится? Ну, в общем-то, закономерно мы видим, что плотность э, совсем не похожа на равномерное распределение график плотности. Ну и график функции распределения тоже не похож на график функции распределения равномерного распределения. И... Так, а здесь я еще и не вывел, наверное... Ошибку первого рода забыл вывести, да? Надо подправить. М -м -м да, вот у меня тут в выводах написано, что пивали меньше 0,05 в, примерно в 40% случаев. А -а -а, видимо, сейчас я ее где-то потерял. Давайте я быстренько добавим. Где-то я это, возможно, потерял. Вот. Но в целом от этого выводы как бы не изменились. Мы видим, что ну, в случае зависимых данных у нас p распределено неравномерно. Это говорит о том, что наш t-тест работает некорректно в этом случае. Э, он некорректно оценивает вероятность ошибки первого рода, э, потому что сессии не независимые. Давайте теперь рассмотрим наш метод линеризации. Мы уже разбирали с вами Bootstrap и Delta-метод, то есть они справляются в этом случае очень хорошо. Они контролируют правильно ошибку первого рода. Давайте теперь посмотрим нашу линеризацию. Вот. А, ну, в общем-то, что будем делать? Как нам посчитать тут среднюю, дли... среднюю... среднюю длину сессии? Ну, вот тут AX – это сумма по строке то есть это сумма по каждому а, пользователю, длина по каждому пользователю, то есть это наш числитель, случайная величина числителя, а, как наша ratio метрики, а y это сколько сессий было у пользователя, то есть вот а, длина а, вот этой как раз таки строки, ну то есть если вот а, просто запустить, как мы его вот тут смотрели, get duration, то есть ax, что это будет, это вот сумма всех чисел по одному пользователю и дальше, как мы считаем среднее, мы делим на длину вот, это, вот этой вот этих сессий, сколько их всего было. И ну и получаем, собственно, наш средний. Вот. То же самое делаем для b-группы. И дальше считаем наш коэффициент кей, который вот мы смотрели на семинаре. Что это такое? Это наш в контроле. То есть вот мы берем нашу контрольную группу именно A группу. Ну и там смотрим отношение числителя к знаменателю. И дальше, собственно, просто берем формулу. Что берем? Берем наш числитель, вычитаем ratio по контролю и умножаем на знаменатель. То же самое делаем в B-группе. Ну и смотрите, здесь коэффициент одинаковый. То есть в B-группе мы тоже берем рейшу по контролю. Вот мы линеризовали наши две метрики, получили нашу L-метрику, грубо говоря, в двух группах. Ну и дальше мы просто проводим стандартный T-тест с линеризованными метр методами. Тут еще дельта какая-то вычисляется. А, ну это, в общем-то, дельта для того, чтобы там разницу в средних смотреть. Я вам не стал это включать. Вот, что это можете использовать. Давайте посмотрим, как пивалью распределен в наших группах с точки зрения линеризации. Ну и видно, что вот наша линеризованная метрика она уже распределена равномерно. То есть наш пивалю, он, считай, равномерно распределен, очень близко к равномерному распределению. Но если какой-нибудь тест провести, то там увидим, что там равномерное распределение на самом деле, или если побольше данных просто возьмем. Ну и наша функция распределения пивалю тоже выглядит как равномерно, как равномерное распределение. Что это значит? Это значит, что мы наши линеризованные метрики они уже правильно оценивают ошиб ошибку первого рода Давайте теперь посмотрим что будет в аб тесте то есть если мы прибавим эффект вот тут 004 это мы прибавляем эффект это вот давайте посмотрим что у нас в этой функции лежит так она где-то сверху Duration. Да, вот, тут есть эффект, то есть он по дефолту 0, то есть когда мы ничего там не добавляли, у нас были группы, но вот когда мы добавляем эффект, можем, в общем-то, добавить эффект, вот тут единица плюс эффект, то у нас получается в этом случае оба группы, и давайте действительно проведем такой эксперимент, искусственно добавим эффект, Посчитаем наше p-value через, через линеризацию, то есть линеризуем наши метрики. Ну и посмотрим, как здесь будет распределен p-value. Ну, видно, что здесь, конечно же, он уже неравномерно распределен. То есть, на самом деле, наши a и b группы, они различимы, поэтому p-value и не должен равномерно быть распределен. Ну и... В таком случае можно сделать вывод, что наша линеризованная метрика правильно себя ведет. Вот. На этом с линеризацией все. Какие есть вопросы? Ну, дальше мы перейдем к множественной проверке гипотез. А можно вот по формуле еще раз? То есть у нас там коэффициент вот этот по одной группе, да, только? Спасибо да, то есть -то. вот как мы разбирали на семинаре, на лекции вам там доказывалось, что именно когда мы берем рейшо по контролю, вот как этот коэффициент в линеризации в мы его берем одинаковый и для А группы, и для Б группы. И вот именно в таком случае, ну, в общем-то, у нас все получается хорошо и верно. Смотрите, в этом не запутайтесь нигде. Окей, okay, спасибо. -пум. Вот. Ну, в общем-то, очередной метод, который показывает, как в ratio метриках у нас можно правильно скорректировать наши тесты, чтобы они работали корректно. Теперь узнать еще один метод. Давайте теперь перейдем к множественной проверке гипотез. Ну и пускай рассмотрим такой случай, что мы провели эксперимент у нас было 6 вариантов то есть э, вот мы рассматривали как с мылом три варианта здесь пускай будет мы проверяли 6 разных гипотез и применили статистический критерий каждой гипотезе ну и хотим сравнить одновременно вот все эти шесть групп и того у нас будет э, с шестью вариантами у нас будет 15 попарных проверок э, ну здесь там, написано как это получается понятно, там по формуле сочетаний. Вот пускай у нас получились какие-то p-value, я их просто захардкодил, вот, ну, там провели тесты, получили вот 15 этих p-value. Ну, закинем их в датафрейм, вот пускай у нас там в первом тесте такой p-value, во втором такое, ну и так далее. Давайте посмотрим, как у нас поведет себя коррекция Бенферони, то есть это оптимизация ошибки первого рода. Возьмем просто готовую какую-то функцию, она принимает вот multiple tests, там на самом деле куча этих тестов с поправками. Вот мы возьмем Бенферони, и все эти тесты, они с одинаковой архитектурой, грубо говоря, там всегда пивали у них, ну и ошибка первого рода мы подадим. Ну и вот видим, что если мы скорректируем э, наш пивалю методом банфероне то вот, например, э, там, начиная с теста 8 у нас была там пивалю, но ну, казалось, что там 0,1, но с поправкой Бонферони наш пивалю уже становится единичкой, то есть он уже говорит, что группы уже совсем одинаковые, вот, и видно, что достаточно сильно пивалио начинает расти там начиная с какого-то уровня. Давайте теперь. Ну и о чем сразу, как бы, наводит эта мысль: да, что вот представьте наш уровень значимости 5 процентов, вот, и мы бы никакую поправку не сделали. И вот, например, в тесте 6 у нас там получилось 4 процента, и без какой-то поправки мы бы сказали: о, на ну, наш уровень наш p меньше, чем наш уровень значимости, значит, вот 6 этих тестов, 6 этих гипотез, они прокрасились, и в них эффект есть. Потом мы применили поправку в инфероне на множественное тестирование, оказалось, вот, что на самом деле только в тесте первом у нас прокрасилось все, есть различия, а во всех остальных нет. Но как бы можно тут сразу видеть, насколько это жесткий контроль за пивалью. Вот, то есть какие-то уже две тысячных процента он там с поправкой мы увидели что там это стало практически в 5 процентов а все остальное выше 5 процентов то есть это достаточно такое жесткая поправка и сразу закрадывается мысль о том что возможно как-то слишком она жестко поправляет эту ошибку первого рода и вот возможно вот в тесте 2 тут то тоже может на самом деле есть эффект но из-за вот этой жесткой поправки мы его не увидели и Как раз вот здесь с поправкой Бонферони, как мы смотрели, мощность теста падает. Вот есть более мощная поправка, чем Банферони, которая тоже контролирует ошибку первого рода. Это коррекция холма. Давайте ее посмотрим. Ну, на самом деле, тут тоже получилось, что и в тесте 2 он не стат значимый. Если мы там возьмем на уровне ошибки, на уровне значимости 5%. Вот, но там, например, видно, что вот начиная там с теста 6 в бенфероне был пивалью 0.63, в метре холма уже 0.42. То есть э, он уже по помощнее, при этом мы там знаем из теории, что он также жестко контролирует ошибку первого рода. Э, что теперь сделаем? Возьмем нашу коррекцию FDR, FDR который False Discovery Rate, Которая самая мощная из представленных поправок, но мы говорили о том, что там при этом мы не так жестко контролируем ошибку первого рода. Давайте ее тоже запустим, посмотрим. Ну и вот тут вообще уже совсем другие результаты получаются. Мы видим, что там коррекция FDR нам говорит о том, что вот если наш уровень значимости на 5%, она говорит о том, что наши первые четыре теста они на самом деле статзначимы. Вот. И в таком случае, как бы мы, если проводили действительно множественное тестирование и использовали бы поправку вот, коррекцию FDR, то мы бы сказали, что вот эти четыре гипотезы не стат значимые, а дальше нет. Вот. Ну, как мы уже с вами говорили о том, что эта поправка Бенджамина Хокберга, она вообще немножко другую вещь проверяет. Она проверяет уже уровень FDR, а не ошибку первого рода. И на самом деле вот этот FDR его не совсем корректно сравнивает на том же уровне значимости, что и ошибку первого рода, потому что вы уже проверяете немножко другую величину. Вы проверяете false discovery rate, а не ошибку первого рода. Поэтому, скорее всего, вот тут в FDR вы бы брали не, тот, не тот же самый уровень там в 5%, как и в других двух методах. Но вот все равно как бы видно, насколько огромная разница в 15 там, гипотезах, если мы проверяем в, вот в этих в пивалю по сравнению там с... Если сравнить методы корректировки ошибки первого рода и вот методы, которые более мощные и контролируют именно false discovery rate. Вот, давайте дальше посмотрим Uh, собственно, сравнение этих методов, которые я уже показывал сегодня, картинки на слайдах. Вот, мы сейчас их посмотрим в коде, как они вообще происходят, и посравниваем разные методы, как раз наши методы, контролирующие ошибку первого рода, и наши методы false discovery rate, посмотрим на их, как они контролируют ошибки первого рода, как они контролируют мощность, вот. Ну и Давайте начнем с того, что э, у нас есть какой-то стандартный эксперимент. Э, есть контрольная группа, есть э, тестовая группа. Ну и мы давайте просто из двух э, из двух э, нормальных распределений будем э, сэмплить э, одинаковые группы. То есть это будет а тест. Ну и будем на Т-тесте смотреть э, нашу ошибку первого рода. Ну, в общем-то, проведем стандартный э, тест для одинаковых групп из нормального распределения. Посмотрим на ошибку первого рода, и она будет 0,045, то есть не ни, ниже нашего уровня значимости, если мы его э, установим на уровне 5%. Теперь давайте посмотрим, а что же произойдет, если мы добавим еще одну тестовую группу, то есть у нас уже будет три группы, ну и, как можно догадаться, здесь уже множественное тестирование, ну и мы сейчас просто посмотрим, какая будет групповая ошибка вероятности первого рода, точнее, групповая вероятность ошибки первого рода, если мы уже возьмем три группы и будем вот так их попарно сравнивать друг с другом, ну и там видно, что она 0,131. Вот на самом деле у нас там точно получалось 0,142, но здесь из-за того, что, понятно, есть какой-то рандом в группах, получается она чуть пониже, но видно, что там если мы берем три группы, как мы уже обсуждали на семинаре, то здесь не подойдет, ну, здесь вероятность ошибки первого рода, она, конечно, будет выше нашего уровня значимости, и здесь нужно делать поправки. А, да, вот тут написано, что мы получаем вероятность хотя, хотя бы один раз допустить ошибку первого рода на 0.14, что сильно больше ожидаемого значения. Ну и дальше мы рассмотрим вот наши методы, которые мы уже обсуждали. Посмотрим первый метод, который контролирует ошибку первого рода, допустить хотя бы один раз ошибку первого рода. Вот. Ну, Сначала посмотрим график, который я уже показывал на слайде, то есть как растет вот эта вероятность групповой ошибки первого рода с количеством гипотез. Понятно, там, что там, при каких-то 60 гипотез уже вероятность ошибки, точнее, вероятность совершить хотя бы одну ошибку первого рода, она там около 90%. Вот, ну и нужно делать какие-то поправки. Вот первая поправка, поправка Бонферония. Дальше я не буду сейчас рассматривать код. Тут, грубо говоря, просто какие-то разные методы указаны. Ну, они тут все берутся из Multiple Test библиотеки. Тут просто методы разные выбираются. То есть тут вот Бонферони, поправка Холма, ну и наша вот поправка, которая FDR, вот Бенджамина Хокберга. Вот дальше... Здесь какие-то будут функции, которые нам помогут посмотреть визуализации, посмотреть на ошибки первого рода, второго рода. Вы все это можете сами посмотреть. Вот. Но на самом деле вот то, что я сейчас показываю, это такое больше ресерч код для того, чтобы просто вам показать, как ошибка первого рода и второго рода меняется. Вряд ли вам нужно будет вот это все сильно разбирать. Это больше код такой я взял из статьи для объяснения. Давайте, в общем-то, посмотрим на сначала на нашу метод, который контролирует групповую ошибку первого рода, то есть на наш var, как мы уже обсуждали. Ну и посмотрим, как себя ведет метод Banferoni при заданном уровне значимости 5%. Вот тут можно на графике увидеть, что при там, уровне значимости в если мы проводим множе... множественное тестирование, берем э, много групп, вот э, здесь э, я беру э, много разных групп, и вот э, мы меняем, получается, количество тестов. Мы сначала там берем один тест, потом два, три, четыре, пять, десять, триста, пятьдесят. В общем-то, проводим, понятно, множественное сравнение там на куча гипотез до 50 гипотез и смотрим как меняется наша э, ошибка первого рода ну и видно если там не никак ее не корректировать то там э, начиная там 40-50 групп она там резко растет становится больше 80 процентов но там наш метод Банферони, если мы его используем то ну видно что там ошибка первого рода не растет потому что эта поправка она там снижает уровень значимости и он собственно, остается на нужном на, нам уровне 5%. А, давайте теперь посмотрим тот график, который я уже показывал, а что же будет с нашей ошибкой второго рода. Вот а, ошибка первого рода наш Банферони метод хорошо проконтролировал, вроде все супер класс. Давайте посмотрим теперь на ошибку второго рода, то есть а, вероятность а, сказать, что нет эффекта там, где действительно он был. Ну и вот построим тоже, проведем так кучу-кучу тестов, добавим там искусственного эффекта. Вот мы там добавляем какой-то искусственный эффект. Он, кстати, где-то тут должен быть прям посчитан. Да, вот <с weap> мы тут даже посчитали, какой нам эффект нужно добавить для того, чтобы у нас действительно тест нашел значимые различие. И вот мы получили, что при такой ошибке первого рода и мощности, и количестве наблюдений у нас вот при таком эффекте у нас действительно должно, должен тест его обнаружить. И вот мы добавили такие эффекты, попроводили опять кучу, кучу тестов. Ну и видим, что вероятность ошибки второго рода метода Бонферони выше, чем вероятность ошибки второго рода при условии, что мы не будем никакие поправки делать. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что наш метод Банферони он снижает мощность теста. Ну и как мы говорили, любая поправка, которая контролирует вот эту ошибку первого рода, она будет снижать мощность теста. Ну, давайте сделаем то же самое с методом холма. Собственно, тут абсолютно вообще то же самое происходит. Сначала посмотрим, как он контролирует ошибку первого рода. Ну, видно там, что и метод Бонферони, и метод холма, они там достаточно хорошо контролируют ошибку первого рода на заданном нам уровне значимости. Ну, понятно, без любых корректировок наш уровень значимости ошибка, Ой, наш уровень значимости. Наша ошибка первого рода, она там сильно растет в зависимости от числа проверяемых гипотез. Ну теперь давайте также посмотрим ошибку второго рода. Видно, вот этот холм, он зелененький показан, что у него уже ошибка второго рода поменьше по сравнению с методом Феррони. Но все-таки все равно она больше, чем ошибка второго рода без каких-либо поправок. То есть мы на самом деле видим что все равно наша мощность теста она будет снижаться вот при любых методах, которые контролируют э, групповую ошибку первого рода. Давайте теперь посмотрим наш FDR. То есть это вторая метрика, которая также, которую также можно использовать во множественном тестировании. Мы говорили, что она более мощная, но при этом хуже контролирует вероятность ошибки первого рода. Вот. Возьмем еще нашу поправку Бенджамина Хокберга, которая как раз-таки контролирует наш false discovery rate. Ну и будем проводить разные тесты. Сначала возьмем половину гипотез с эффектом, половину без эффекта. Ну и посмотрим, как у нас растет FDR вот во всех наших методах. Ну, видно, что там и метод Банферони, и метод Холма, и метод Бенджамина Хокберга они хорошо контролируют наш FDR. FDR мы там задаем, пускай будет на уровне значимости там 5%. А вот без какой-либо поправки у нас сильно этот FDR растет с увеличением числа э, гипотез, которые мы проверяем одновременно. Ну, давайте там дальше возьмем какой-то другой экстремальный случай, когда у нас одна гипотеза без эффекта, остальные все с эффектом. Как же в этом случае сработает FDR? Ну, тут тоже видно, что на самом деле в таком случае для всех наших трех поправок FDR контролируется хорошо, меньше нашего заданного уровня значимости, ну а там без каких-либо поправок иногда как-то хаотично себя ведет, то есть там иногда ниже уровня, иногда выше уровня значимости. Ну и посмотрим там третий экстремальный случай, когда у нас Одна гипотеза из всех с эффектом, остальные без эффекта. Ну, здесь снова видно, что там э, наши поправки хорошо все это проконтролировали, э, наш fault discovery rate, а при этом методы без каких-то корректировок, там, например, на 10 гипотезах они были выше уровня значимости. Вот, то есть, то есть э, иногда они неправильно, в общем-то, оценивают наш нашу ошибку первого рода и наш false discovery rate собственно на самом деле на этом все дальше наверное я еще немножко на следующем семинаре разберу как правильно считать размер нашей выборки во множественном тестировании, вот, потому что на самом деле, вот, как мы уже говорили, что мы делаем какие-то поправки на ошибку первого рода и делаем какие-то поправки на ошибку второго рода, и понятно, что там, если вы проводите множественный тест, то ваш там, размер выборки он должен немного как-то скорректироваться в зависимости от этой ошибки. Я на этом семинаре, наверное, и так много чего показал, вот, и сейчас, если еще следующий начну показывать совсем уже будет э, сложно, вот, поэтому разберем это в следующий раз. На сегодня, наверное, все. Еще раз повторю, что там я сейчас быстро пробежался по всему вот этому, понимаю, что может возникнуть много вопросов. Тут очень много текста, очень много кода, вот. Но это такое больше какой-то исследовательский код, он просто сделан для того, чтобы вам показать, что там в методах, которые оценивают групповую ошибку первого рода, в них там они более консервативные и лучше там контролируют ошибку первого рода, но при этом у них падает мощность, а в методах FDR, то есть у них они более мощные, но хуже там контролируют ошибку первого рода. Вот. В целом на сегодня все. Если есть какие-то еще вопросы, задавайте сейчас. Так а будем происходить. домашки по одному номеру. Так, тогда я выключаю запись. И по лекции и по. Ой, точнее, по семинару нет никаких вопросов больше. Так, если нету, тогда всем, кто будет смотреть записи, всем пока. Я останавливаю запись.